Проверяет все – пожарную сигнализацию, запасные выходы, освещение в кабинетах, чистоту, сертификаты и многое другое. В эти дни во всех образовательных учреждениях республики специалисты из разных областей проводят приемку. Проще говоря, это проверка, которая определяет, насколько готово учреждение к принятию детей в новом учебном году. После этого комиссия выносит заключение о степени готовности. Кроме того, в тех образовательных учреждениях, где идет строительство пристроев, будет дополнительно осуществлена проверка, отметили представители столичной администрации. 34 дошкольных образовательных учреждения города Элисты приняты. По итогам вчерашнего дня были приняты 7 школ. Сегодня еще продолжается. И, в принципе, те замечания, которые имеют место быть, они устраняются в ходе самой проверки. Я уверен, что в течение сегодняшнего дня все образовательные организации города Элисты будут приняты. По поводу школ, которые находятся в текущем году в капитальном ремонте, и по поводу пристроев, 4 пристроев к средним школам номер 3, 17, 18 и Элисинской многопрофильной гимназии, где мы находимся, могу сказать следующее, что у них как бы отложенная будет приемка. Дело в том, что у нас до 20 августа будут завершены строительно-монтажные работы, и в принципе школы уже к этому времени будут готовы. И для них будет отдельно проведена приемная кампания, и они тоже будут к 1 сентября приняты. Большая ответственность по готовности образовательного учреждения лежит не только на руководстве, но и на учителях. В случае ЧС они должны вовремя принять решение для сохранения жизни учащихся. В случае выявления недочетов у администрации школы есть время, чтобы устранить все нарушения, которые выявлены в ходе проверки. Ну, в этом году у нас большого объема работы не было. Потому что в 2023 году будет предстоять капитальный ремонт здания. Уже в январе. Мы, естественно, только навели чистоту, порядок. Некоторые детали мелкие отремонтировали. Больше внимания уделяли мы на пристройку. Вот ежедневно ходим, смотрим, подсказываем. И нам удается, что наши просьбы какие-то мелкие, которые не учтены в проекте, они выполнялись. И вот сейчас занимаемся больше всего благоустройством. Крыльцо делают для пристройки. И, соответственно, как там, убираем и электрическую часть делаем, и все.